Добрый день, дорогие друзья! Перед вами два мини-ката. Один мини-кат мы так и оставили название, другой мини-кат XL. Этим летом это новинка. Этим летом мы вам их показали. Но у них был ряд недостатков, которые мы учли. И, собственно говоря, уже серийные образцы мы представляем вашему вниманию. Что изменилось по сравнению с прошлыми? Во-первых, мы увеличили диаметр баллонов, потому что там был использован 32-й баллон для, узкие карандашики гидродинамические, которые создают минимальное сопротивление в воде. Но, как оказалось, осадка достаточно большая, и так как люди имеют различный вес, не такой, как я в районе 90, а есть и по 120, по 130 килограмм, то тех баллончиков оказалось недостаточно. Поэтому на мини-катамаранах 38-й баллон, увеличенная площадь передней грузовой площадки, на которую, здесь предполагается любые вещи, которые не боятся влаги, и они просто шлейкой пристегиваются, и все. То есть оно здесь жесткое днище сделано. Жесткий абсолютно настил с ровной палубой, два транса, как и на предыдущих моделях. Здесь страховочная лиера. И еще один момент. Все-таки мы хотели уйти от днища, потому что был такой интересный момент, что можно было среднюю паёлу вытащить. И у нас остается две крайних паёлы, а посрединке, это для зимней рыбалки, посрединке у нас абсолютно свободное пространство, в которое мы можем там лунки просверлить и так далее. Но, как люди сказали, что никто этим пользоваться не будет, поэтому мы сделали обычное днище с отливными клапанами. Оно еще выполняет усилительную функцию. Снизу традиционно защита баллонов, сбоку привальный брус, который позволяет швартоваться. Вот такой рестайлинг мы сделали. Предназначение мини-катамаранов абсолютно различное. То есть, в первую очередь, конечно, это, как вы видите, это двухместный, это одноместный. В первую очередь, это просто сижа на воде. Но эта сижа перемещается с минимальным сопротивлением, и поэтому и электромотор, и бензиновый мотор 2,5 лошадки, и весло очень быстро перемещает вас по водной глади. И кроме того, вот это строение, когда верхняя площадка стоит высоко над водой, оно удобно и для рыбалки. И по сути это внедорожник, то есть он может пролазить в самые непроходимые места. То есть вы можете просто длинным веслом, как шестом, отталкиваться и залазить в такие места, где обычные лодки просто не в состоянии пройти. Основное предназначение вот этих мини-катов. То есть это и для рыбалки, это и как развлекательное плавсредство. Такое универсальчик такой. Спасибо за внимание.